А всем привет, с вами Тимон, и сегодня я продолжаю рубрику «Раскаленный нож против различных предметов и еды». И 2 недели назад я придумал, запустил эту новую рубрику. Вам она понравилась, много лайков и просмотров набрали ролики. И я уже разрезал мясо раскаленным ножом, проверял, сколько слоев шоколада может пройти раскаленный нож, и даже опускал в жидкий азот, чтобы узнать, может ли разница температур его расколоть. Все ссылки на видео я оставлю в описании, кто не видел, посмотрите, крутые ролики. У меня уже даже появились подражатели, крупный канал Миллионник начал плагиатить эту рубрику. Даже фирму ножа взял, как у меня, что и неудивительно. Впрочем, как и всегда с моими популярными роликами происходит. В этом видео мы нагреем нож до раскаленного состояния и попробуем порезать им мочалку, мыло, маршмеллоу, масло, арбизы и кричащую курицу. Это так для прикола. Думаю, это будет интересно. Погнали! Спонсор видео Geekbrains – это самое крупное IT-сообщество, которое насчитывает уже более 1 000 000 человек и входит в состав mail.ru Group. Они реально учат людей программированию, у них есть расширенные программы обучения в веб и мобильной разработке. После обучения предлагают пройти гарантированную стажировку и помогают с трудоустройством. В общем, записывайтесь на бесплатный онлайн-курс «Основы программирования» по ссылке под видео, и тебе все расскажут. Для начала разогреем наш нож до красного состояния. Нож готовый, давайте разрежем им маршмеллоу. Офигеть, можно сказать, огненный нож в прямом смысле, он делает пламя после каждого пореза. Следующий нагрев. Давайте разрежем гигантские арбизы. Арбизы пищат, но ничего сделать не могут. Раскаленный нож их с легкостью разрезает. Следующей будет губка для мытья. Губка дымит и приклеивается к ножу, очень много дыма и воняет ужасно. Давайте перейдем к мылу. Из мыла пошла какая-то пена. Мыло оказалось резать прикольнее всего, и напишите в комментарии, что вам больше понравилось. Ну и давайте еще разрежем масло. Если честно, я думал, оно будет сильно брызгать там и стрелять, но эпика не произошло. Поэтому завершаем ролик приколом. Я решил перерезать кричащую курицу. Послушайте. Она
Она молила меня, но я непреклонен, так как она достала меня. Блин, она так с легкостью разрезалась. Прости, курочка, рип тебе. Да что это такое? Даже без головы она по-прежнему кричит. Как же ее добить окончательно? Напишите в комментариях. Ребята, давайте на этом видео наберем 30 тысяч лайков, и в следующем видео я разрежу жидкий металл галлий, а потом его заморожу жидким азотом, и мы посмотрим, как он меняет свои свойства от разницы температур. Подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик, и расскажите друзьям про это видео. На этом все, ребята, всем удачи и пока-пока.